Итак, всем привет, собственно, это я, и сегодня. И сегодня мы займемся такой вещью, как приручение муравья. Для этого нам нужно зайти вот сюда, лавка, и купить ларец дрессировщика. Вот я его купил, вот он лежит. Собственно... Если вот посмотреть на все эти итемы, нам, по идее, вот этот вот. Да, вот видите, термиты, муравьи. Берем. Все, хорошо. Взяли, отлично. Можно вывести на панельку вместо... Например, вот этих вот. И отправимся, скорее всего, в мой любимый Сангемар, в кавычках. Но там много муравьев, так что... Пойдем пинать туда. Сейчас у меня очень много золота уходит, поэтому копиться оно просто не успевает. Ничего. Собственно, в чем прикол? Наша задача заюзать на себя феромон и тем самым мы начнем привлекать к себе вот этих муравьев. Есть шанс, что вылезет огромный муравей, который нам, собственно, и нужен. Собственно, поехали. Видите? Запах феромонов. И потихонечку просто пинай муравьев. Вызовем медведа, пусть хотя бы что-то падает. Даже плащик еще качает. Собственно, ищем место, где их много. Обычно там их прям полно. Сразу туда летим. Вот они. И бьем, собственно, до тех пор, пока... не прибежит. Вот теперь все будет хорошо. Заюзали баночку. И баф на нас будет висеть. Вот этот вот. Собственно, будет вылезать огромное количество муравьев. Но это не страшно. Бегаем, ищем дальше. Я для них сейчас прям сладкая булочка. Опять же, это все рандом, поэтому бьем строго до тех пор, пока не пробуем. Есть.
Ну и все. Займет этот процесс, я думаю, минут 10. Ну, в зависимости от того, насколько вы упертый, может, и с первого, возможно. Я этим занимался очень давно, поэтому не очень помню. Это не важно. Главное бегать вот вокруг вот этого кустика. И всегда куча муравьев. И нам не нужно пропишется. Так, новых нету, значит, вот идем на этого. Спаунится муравьи много, часто. Вот она. Вот эту вот королеву надо убить. И, собственно, мы приручили термита. Хорошо. Так, ну все, можно уходить. Медведа сейчас отзовем, как только от меня отстанут муравьи. Если отстанут, конечно. Так, ты уходишь. И вот... У нас в инвентаре появился вот такой вот пет. Слышно? Собственно, что у нас есть? Ну, обычное ускорение. Обман зрения. Ядовитая метка. Маскировка. И старательный рабочий. Это, кстати, полезная штука, но все обычно берут этого муравьяра один визор. Я его взял себе чисто в коллекцию. Потом, возможно, еще пчелку приручим, потому что она клевая. Ладненько. Собственно, миссия выполнена. И пет получен. Всем спасибо за просмотр и до свидания. Все анонсы будут в ВК. Я пошел, а вы не балуйтесь.